Посмотрите. Это в прошлом. Что сейчас? Смотрите, да. Где все съезды проводят большевики в Лондоне? Где Герсон? Лондон. Где большевики? Лондон. Где Литвиненко? Лондон. Лондон. Где Скрипали? Кто сейчас Карабах поджег? Лондон. Все как и прежде. Англичанка гадит. История Земли как книга знаний из разных глав, рассказов, стадий. И канут в лето, уходя в небытие, где англичанка гадит, гадит, гадит. Горели библиотеки, стирались камни, и падали столпы и амфилады, как предсказания или возможные кармы, а англичанка продолжает гадить, гадить. И войны, как чистилище у ада, как демонстрация военного парада, как инструмент манипуляции для стада, где англичанка гадит, гадит, гадит. Мир банков, всех богатых вкладов и слитков золотых запасов складов и биржи нефтяных магнатов для англичанки, чтобы гадить, гадить. Влияние и лобби нужных взглядов, провозглашая новый мировой порядок, безосновательно своих нападок, чтоб снова англичанка могла гадить. Весь капитал используют как надо, без сантиментов, но с душком и смрадом. Как змеи из чешуйчатых отрядов, так может только англичанка гадить. Да коли этой англичанке гадить? Где тот ресурс, чтобы ее забанить? Чтобы окончательно вопрос уладить, чтобы неповадно больше было этой англичанке гадить. Сегодня англичанку представляет вся Европа. Протекторат заокеанского вождя, безвольно забивая гвозди в крышку гроба, где упокоится вся европейская земля. Из ада к англичанке рвется Черчилль, с желанием ей подсказать дальнейший ход, как черный ворон, пожирающий всю печень в лице Бориса Джонсона, клюет и вьется над российской державой, Венесуэлой, Кубой, ДНР. Войной да санкциями ворон всех пугает, как ранее пугал СССР. Но в предстоящей битве уклониться не удастся. Ни господину, ни вассалам всех Европ. Вот так бывает. Гадишь, 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 расчеловечивая собственный народ.